Иностранные граждане смогут зарегистрировать других иностранцев у себя. Госдума приняла закон, по которому иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие жилой недвижимостью в России, могут регистрировать по месту пребывания граждан других государств и лиц без гражданства. Напомню, что в действующем законодательстве иностранные граждане не могут ставить на регистрационный учет в жилье, находящемся у них в собственности, других граждан. Исключение составляют только иностранцы, являющиеся высококвалифицированными специалистами на территории России. В принятом законе также определен срок уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Он составляет 7 рабочих дней со дня приезда. Уведомление можно оформить в МФЦ или онлайн через портал государственных услуг. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч, друзья. Пока.